Хорошо. Вы уже немножко освоились со сложением. Давайте что-нибудь докажем. Держи. Пусть у нас есть два множества натуральных чисел, конечные. И мы задаемся вопросом, что можно сказать о мощности их суммы. Ну, примеры вот эти вот показывают, что мощность, количество элементов должно вроде вырасти, да? Вот насколько оно вырастет. Ну, вот такое вот утверждение простое, что вырастет оно, по крайней мере, вот настолько. И, между прочим, это утверждение, если мы его докажем, точно, да? Вот тут вот у нас был пример. А, арифметическая прогрессия, Б, арифметическая прогрессия, длинные их N и M, да? И от сложения у нас получилась арифметическая прогрессия длины N плюс N минус 1, как и надо, правильно? Вот, и значит, эта оценка точная достигается на арифметической прогрессии. Интересное тут упражнение доказать наоборот. Значит, если А плюс Б равно А плюс Б минус 1, то тогда А и Б это арифметические прогрессии с одним и тем же шагом. Ну, кроме некого тривиального случая. Смотрите, если я возьму B, состоящего из одного элемента, да, то тогда слева A плюс элемент, это просто-напросто сдвиг A. Конечно, мощность сдвига равна мощности множества. И значит, если B состоит из одного элемента, то тогда слева стоит A, потому что это мощность сдвига, ну и справа тоже будет A. Вот, а может быть каким угодно. Правильно? То есть точная формулировка здесь такая. Если вот выполнено такое равенство, то либо А и Б в прогрессии с одинаковым шагом, либо мощность А или Б равна единице. Понятно, да? Правильно. Либо. Вот так. Либо А равно единице, Б равно единице, или хорошо. Давайте доказывать утверждение. Но множество А и множество Б можно упорядочить, правильно? Мы упорядочим множество А и Б. И давайте составим некие суммы элементов А и Б. Давайте я сложу сначала минимальные элементы, значит, А и Б. Дальше напишем цепочку неравенств. Я зафиксирую первый элемент А, а элементы Б буду увеличивать. Ну, вверх. Так я сделаю до БМ. А теперь я зафиксирую БМ и буду увеличивать элемент А. А здесь я получил не n, потому что я начал с a2, а n минус 1. Правильно? Это будет n плюс n минус 1. Ну а это и надо доказать.